Ну, скорее всего, особенность этого спектакля в том, что он показывает ту правду, которую, ну, наверное, мало кто может признать. В том смысле, что очень много людей, к сожалению, в этой стране находятся не на своих местах. Вот на примере своего персонажа, да, Васи, мента. Всем представляется мент в таком в типическом, да, образе. Там круглорицый, красномордый, такой вуйко, да, совсем недалекий. И в интеллектуальном смысле, и образованный, и так далее, и так далее. У нас же мент достаточно молодой, импозантный и, скорее всего, ну, совсем не похож на типического полицейского, да, на сегодняшний день. Скорее всего, он просто попал не в то время, не на свое место, так конец 90-х, да, там 94-й, 95-й год. Вася говорит, что мы кинулись до 95-му, я напоминаю, что было там до развала СССР. И так уж сложилось, что вот закрутили его эти обстоятельства. И когда ты попадаешь в эту систему, то уже либо она тебя сжирает, либо ты перестаешь быть тем человеком, которым ты был до того, как попал туда. Так же произошло и с Васей, и со многими другими людьми. И я считаю, что это основная проблема, скажем так, этих людей. Они все однажды попали не на свое место.